всем, ребята. Сегодня у нас будет выпуск необыкновенный. Мы ничего сегодня крутить не будем. Ничего мы оффроуд не будем кататься. Короче, мы хотели как показать, что мы собираемся делать. И странно будет. И посоветоваться с вами, может быть, какие-нибудь советы еще подскажете нам. Как вы видели, да, мы уже, короче, обрезали его. Обрезали мы для того, чтобы его сделать пикап, да. Пикапы уже были. Нам хочется покататься по свету, может быть. Может быть. По крайней мере, есть занятия, есть план такой, что это сделать автодом на колесах своими руками. Многие скажут, нахрена тебе это делать? Вон их там миллион продается. Нормальный человек так, может быть, бы и сделал бы. Но если отношу к ненормальным людям, я люблю Патрола, почему я его люблю и почему он именно должен с нами в отпуск на нем поехать. Потому что самая надежная машина — это она. Но есть такая троечка, скажем, самых надежных машин — это гелик старенький такой или крузак, да. Почему именно Патрол? Во-первых, он нравится нам, во-вторых, гелик дорогой, крузак дорогой, а гелик Патрол доступный. План такой, да, примерно бюджет 10-15 штук сюда воткнуть. Опять же, нормальный человек скажет: ты придурок, за 10-15 штук можно бэху семерку взять, икса пятого можно взять, Кусем можно взять. Езди, наслаждайся. Ну, мы не из тех, кто хочет так ездить, наслаждаться. Короче, у нас X5 стоит дороже, чем этот хлам. Вот, сейчас выставлю как раз фотографию. X5 хотел как раз на разборку взять, на разрез, с него взять мотор, но передумал, нахрен мне эти вот геморроиды, как BMW-овские, это как бы там столько этих всяких проводочков, и все это дело сломается по дороге. Вот надежная техника, как я это считаю, что самая надежная техника — это вот Патрол, крузак и гелик. Но гелик, крузак не по зубам, будем ездить на этом. Ну, кстати, он мне и больше нравится даже, чем все эти остальные, да? Скажем так, это лучшая троечка, я так бы сказал. Значит так, мы могли построить какой-нибудь такой гламурный, их тоже море на рынке, потому что мы собираемся свою поездку, какую-нибудь там отпуск, совместить с оффроудом. Не просто где-то там по асфальту кататься мы могли бы какой-нибудь там за 15 штук купить, я не знаю, чего там, самого навороченного уже можно было купить бы и ездить, да? Но это интересно. Во-первых, это не сам построил, во-вторых, это ездить по асфальту, нам это нафиг не интересно. У нас будет оффроуд машина. Блин, только тут рама лопнула. Нет, только ржавчина отходит. Короче, у нас будет Патрол для оффроуда и путешествия. Думаем, через год мы его закончим, может быть. Короче, так как у нас две левые руки, мне поможет один инженер. Я выставлю фотографию, да, его работу, да. Это вот скамейка, которая 850 тысяч стоит. Он ее делал на заказ. Ну, как бы не один делал, естественно, на фирме. Просто его было там участие, его он это протектировал. Он это, по крайней мере, рисовал эту всю проект. Весь проект. Можно было бы, да, не знаю, что у нас получится, может такое получится. Может быть, такое получится. Может вообще вот такой с деревянной крышей вот такой вот какой-нибудь газик получится. Как красиво он будет выглядеть, без понятия. Я думаю, что он будет страшно выглядеть. Так как, вот посмотри, две левые опять руки у меня, да.
Сварщик я никакой, я его варить сам и не буду. Инженер сказал, приедь, только звонкани, напили все, что надо. И я приеду по звонку, и Саня, кстати, вы его знаете, да. Короче, сварщик у нас есть уже. С чего делать кабину? Мы хотели сперва сделать только с алюминиевых палок. Примерно я посчитал, где-то 100 метров надо было нам четырехугольные такие алюминиевые трубки. 3 на 3 я так хотел. И с расстоянием 50 сантиметров. Теперь, наверное, все-таки мы будем делать. Это слишком долгая, тяжелая работа. Будем все-таки, наверное, сделать каркас просто алюминиевый. Будет только алюминий делаться. Почти никакого железа. Единственное, как раз будет план тута. Врежем мы рамку железную, варим туда, сюда рамку железную, это еще больше обрежется. Это тоже, кстати, не тут будет обрезаться, а будет обрезаться вот это. Это было просто пробное, как оно вообще будет выглядеть, как это обрезается. Это все дело, мы видели, что... Поэтому, казалось, на видео говорил, задние крылья мне без разницы. Там тоже, как на этой коробке, крылья убитые, морда офигенная. Кто-то восстановил ее, очень четко восстановил. Мы уже просмотрели ее, так что уже гарантированно, короче, этой кабины тоже не будет нахрен. Останется только рама. Коробка у нас будет вон та коробка. Мотор мы этот не будем делать, этот работать мотор, но мы его будем капиталить. Там все вкладыши, поршня, кольца, ну все, что нужно. Я уже договорился с мотористом. Скорее всего, его на следующей неделе уже отвезу туда показать ему. Что с мотором и как? Давления масла нет вообще, говно. Давления масла нет, он как бы работает, все, шепчет. Почему у нас эти открученные? Ну? Это есть не гуд. Да, короче, очень бы хотел бы мнение чьё-то, советов, что, как лучше делать, да? У нас задача не выйти по тоннажу 2,8. Меньше, чем 2,8 должно быть, потому что еще я 50 килограмм вешу, да? Я 50, и сын 100 весит. Дрыщ. Короче, нам надо желательно сделать 2,800. Нет, 2,600 даже. 2,600. Лучше всего 2,600 сделать. И получается у нас будет как... Уже мы как-то колеса эти поставили. Так, примерно. Они, скорее всего, не будут стоять. Будут стоять другие колеса, будут... Совершенно будут стоять другие колеса. Но мы уже их поставили, чтобы примериться. Сейчас как раз от канты до канты получается у нас 2 метра. Вот этот как раз бокс будет тоже, наверное, как ее назвать? Будка назвать ее, да. Она будет примерно или 2 метра, или 2,05 мы сделаем. Есть план шире купить диски, для того, чтобы был немножко больше вылет, чтобы она была устойчива. Потому что вышина будет примерно 2,70. 2,90, наверное. Да, вышина будет. Короче, вот тут внутри, вот в этом месте, должно быть примерно 1,90 м. Вот я 1,80 м, это 10 сантиметров больше, да? Тут будет, естественно, 1,90 м. Тут у нас поднимается ступенька, будет меньше, естественно, насколько, не знаю, не интересует. Да, короче, хотелось бы, чтобы он был похож вот на этого гелика, который... Сейчас я выставлю фотографию. Вот примерно с него мы будем, короче, копию снимать с этого гелика. То, что как бы уже люди умные продумали это дело, уже сделали. И зачем что-то новое выдумывать, если уже что-то есть, просто осталось скопировать. Скажем так, я это не стесняюсь говорить, я его скопирую примерно, ну и по мере возможности. Там немножко что-то своего. Получается, будем делать спальное место, да, будет у нас алькован, или как он называется, я хрен ему знает, короче, он будет сюда. Примерно рассчитываем, что тут будет спальное место 1,20 м примерно. Может быть, попробуем на 1,40 м, может быть, вот так вот сейчас тут что-то будет раскладываться. Короче, 1,20 м, 1,40 м примерно тут будет спальное, сзади примерно будет метровая. Тоже вот в этом месте будет как раз два сидячих места. Ну, я как раз фотографию сюда от гелика поставлю, как примерно у него внутри это выглядит. Также примерно я рассчитываю, что у нас будет тоже. Тут два сидячих места.
Тут будет столик, это все дело раскладывается, делается в кровать. Может быть, даже будет такая откидная еще вторая полка. Если мы, у нас проблема, короче, нам не хотят заносить в документы четырехместного. Так как эти оригинальные сидения, а тут мы что-то свое придумаем, скорее всего, у нас будет проблема с заносением в паспорт четырехместного. Если четырехместного он не будет, то и нету смысла, может быть, делать четырехспальный вагон. Было в планах, да, четырехместную машину сделать и четырехспальную, чтобы было четыре места. Самое интересное, вот в этом месте будет душ. Я не шучу, я не шучу. Вот тут будет душ. Вот такой примерно где-то 80, может быть, на метр или 80 на 80 будет душ. Там будет кухня у нас. Маленькая такая кухонька, тоже примерно метр длиной. Дверь будет тут обязательно. Вот с этой стороны будет дверь. Что-нибудь там, ну, стандартные, на там 60 они или 70, что такое. Там выясним по ходу пьесы. Что еще? Что забыл? Да. Короче, получается так. И все это дело будет, ну, не дешево. Десятка точно будет евреев, а может быть даже и пятнашка. Так что это будет не очень дешево. Ну, как бы, одна только лебедка, там, 500 евросов. Другие пружины, другие амортизаторы, штукарь, это по минимуму. Это самые чморевские от этого, тральмайстера называется, штукарь. А если мы что-то другое захочем, там, да, бензон или какие-то там бывают, да, там уже сразу две штуки пролетают. Диски другие, если встанут, то это опять уже штукарь прилетает. Может быть, другая резина. Резина, это да, старая, скорее всего, другая резина будет. Это опять штукарь прилетает. Короче, вот только вот на такие вот как штука, 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 штука. Вот тебе нахер и 5 штук. Так. Кухня, я сказал, да? И получается, у нас будет машина. Короче, бампер мы будем делать самоделочный. Есть в плане круглые фары ставить. Не знаю, что там получится. Будет тоже вот такой же алюминиевый. Будет бампер здесь. И потом будет вот такой срез. Примерно мы хотим, короче, от этого. Вот, короче, машина, как раз, получается, длина ее угодно заканчивается. От нее примерно 50-60 сантиметров. Это будет примерно вот тут. И получается вот так вот, да? И вот как раз, скос такой, как раз, вот ровный, как раз, как он называется. Хрен с ним. Короче, чтобы у нас был наклон съезда хоть куда. И получается вот так, да. И тут будет у нас, скажут, спальня, это, сверху пойдут 3 или 4 эти заляр модуля заряжать. 2 или 3 аккумулятора будет, наверное, гелевые. Гелевые аккумуляторы будут. Попробуем, есть патролы по 2 под капотом. Попробуем, наверное, все-таки под капотом 2 штуки запихать, 2 аккумулятора гелевых больших. Еще от Porsche Cayenne мы поставим генератор здоровенный, который водяного охлаждения, потому что эти генераторы очень боятся воду, и он сидит где-то там снизу. Но без него никак, там масляный насос, короче, его нельзя выкинуть. Это я как раз высмотрел у Тараса с Украины, он тоже на патролку своего поставил такой как раз от Porsche Cayenne. И зарядку офигенную дает, так будет лебедка и будет это, я не знаю, что только будет. Люстры будут спереди, сзади. На той неделе как раз был на выходные на нашем техосмотре, показал им мои планы, они все одобрили, все кроме кенгурятника, скорее всего, не будет. Вот проблема, кенгурятник не разрешают в нашей стране, больше кенгурятники не заносят паспорт. Можешь, говорит, делать, что хочешь, 4 метра вышиной, без проблем, делай, говорит. 2,55 шириной, делай без проблем. Ну как, это как наши размеры, что можно делать, 2,55. Длина вообще, говорит, 12 метров можешь делать, ну конечно, естественно, не получится 12 метров, потому что это он пошутил. Ну, разрешено до 12 метров, короче, делать дом на колесах. Даже 12,5, кажется. Какие еще планы? Бак, короче, наверное, бак будем менять, так как у нас будет тут
эта будка. Бак, скорее всего, мы будем сами варить, если получится сварить на литров 150 бак алюминиевый. Это значит, будем выбрасывать 150 литров бак. Стены будут у нас сэндвич панели. Наверное, так теперь получается. То я как планировал только с алюминия делать и самому утеплять все такое. Теперь у нас будет сэндвич панели будут. И каркас будет только алюминиевый, как по краям уголки идти. Не знаю, внутри будет видно или нет, там уже посмотрим. Вот такие планы, ребята. Огромные, наполеонские. План наполеонский, но я не обещаю, что это я смогу сделать. Я просто как бы это делаю для себя. И получится или нет, очень боюсь, что не получится. Но попробовать можно. Как бы так. Жена уже сказала, что говорит, машину испортили, все, на мусорку, на металлолом сдавать будете. Нет, на ней еще можно так оффроуд ездить. Мы, может быть, сделаем быстренько-быстренько пикап и будем ездить на оффроуд. Нет, все это по-настоящему, ребята. И как бы есть такой вот, есть такая мечта сделать. Как бы не мечта детства. Мечта детства была патрол приобрести. А теперь у нас аж целых 3,5 или 4 патрола. И хочется с этого сделать дом на колесах, чтобы можно было. Вот даже мы оффроуд поедем, вот им как раз тащить другого патрола, нашего монстра. И будет где спать в тепле и уютно, и кухня будет, и душ свой будет. Душ я, кстати, не шучу. Я не шучу, душ будет. Я жене сказал, что душ будет, это дурак, говорит. Мечтатель. Будет душ, ребята. Если душа не будет, и стройки тут нахрен не будет, короче. Все будет, душ будет. Знаешь, что еще будет? Сауна будет. Давай сауну сделаем. А что, переднее сиденье откидываешь, и там печку, камин. Я хотел бы с камином, да, но тут уже слишком маленькая будка, чтобы с камином. Это будет уже в следующем проекте. А следующий проект, знаешь, какой будет? Ну, не мог. Не, у нас еще один будет проект, короче, вот такой вот будет, как раз, тягач. Вот тут, как раз, будет такой, плата будет стоять, как раз, эти полуприцепы тягать. Такой тоже еще проект будет когда-нибудь. Когда этот будет готовый. А этот надо будет сделать все-таки до следующего отпуска. Вот сейчас этот отпуск мы уже никуда не едем. Ну, я имею в виду, на машине не едем. А следующий отпуск уже на не надо выехать. Куда-нибудь в Испанию съездить. Марокко. О, давай Марокко съездим. Я говорил уж, Марокко хочу съездить. Марокко. Так что, я не знаю, получится, не получится. Короче, жду комментарии. Советов, чё почём, естественно, да. Будет цвет, вот цвет. Сейчас мы про цвет поговорим. Цвет ни этот не будет, ни черный не будет. Будет такой, как у нас тот патрол. Серый будет цвет, скорее всего. Почти в Раптор. Это не Раптор, это лучше будет краска, чем Раптор. Или там какие-то еще там какие-то там рекламируют. Все это, ребята, наёбка, вот, по-русски говоря. Короче, будет очень простая краска и такая, что тоже я вам покажу, когда я покрашу. Вот так вот отверткой, ножом и топором можно ее резать и пилить. Краска будет целая, ни царапины, ни хрена не будет. Там будет серая. Все-таки порешено, если у нас панели будут, у нас все-таки не будет Раптором покрашено. Ну или там, допустим, будем называть ее Раптор, это краска, потому что всем это известная краска. Но это не Раптор краска. Панели будут все-таки, сразу можно будет заказать их серыми, и будет серая, и будет глянцевая, да? Чтобы можно было какую-то там наклейку наклеить, там, я не знаю, чего придумаем, чего-нибудь там, какого-нибудь волка или медведя, ну или какого-нибудь зайца. Так, покраски, это значит, краска будет у нас такая. Так что пишите, да, что вы имеете в виду. Правильно это мы делаем или неправильно, и если как бы и против можете тоже писать, кто с этим не согласен. И ставьте обязательно, не забывайте, пальцы вверх или вниз, если тот, кто вниз ставит, я попросил бы, ну, ставят. Мне это как бы нормально, это как бы, я не говорю, что я тут что-то супер-пупер снимаю какой-то съемчик. Я просто как бы снимаю, да, немножко вас развесить, немножко для себя.
И если уже дизлайки ставите, ну хотелось просто написать, чтобы человек написал, почему, что не нравится, может быть, мы что-то исправим. Если нет, то если просто наш канал не нравится, ну, тогда можно не смотреть. Я понимаю, что мне там, ну сейчас сделал, вот колеса поставил, кто-то сказал, вот, говно колеса. Напиши почему. Это же не трудно. Вот просто как бы смелости хватает, палец вниз давануть, а написать про это непонятно. Жалко или не хочется. Так что вот так вот мы в этой серии как раз сделаем. Сегодня мы крутить, наверное, не будем. Будем завтра уже познавательно. И сегодня у нас как раз начинающие выходные. Так что, как я и сказал, короче, эту мы сейчас снимаем, режем черную, так как она лучшего качества. И там зеркала как раз большие, тут маленькие в дверях, мне такие не нравятся. Да, с зеркалами проблема. Подскажите, напишите, какие можно зеркала поставить, например, вон с тем креплением. Ну-ка, сними-ка его. Вот, крепление. Вот с этим креплением, вот на это крепление, желательно. Я не хотел бы такие, как грузовик. Вот как. Такие не очень хочется, такой старый вариант, да? Это 90-го года вариант. И некоторые, может быть, сказали бы такие дуги. Но это последний вариант, что их это на такой дуге, как на КамАЗе, там, например, сделать. Это последний вариант. Хотелось бы что-нибудь такое оригинальное. Или от какого-нибудь шпринтера, или еще чего-нибудь такое, как раз. Или как на Фордах. На Фордах я видел, как раз, Рейнджеры или как. F-150 и что такое. У них они вообще вытяжены такие. Они их можно вытянуть и можно их вдавить туда. Это мы-то. Ну, естественно, складываются. Они прям такие массивные. Или такие вот я думал фордовские взять. Или я вот думал, смотри, думал все-таки вот это как открутить и такую вставку сантиметров 15 сюда. Просто с алюминия. Прям вот сделать как подходящую вставку, переходник. И будет у нас оригинальное зеркало, оно целое, а то у нас, да, разбитое, то у нас разбитое. И будет у нас оригинальное патроловское зеркало, как бы я его хотел бы оставить. Скорее всего, так мы, наверное, и сделаем. В эту ерунду откручиваем. Саня нам, короче, сварит, он же сварщик от бога, инженер как-никак. Переходник. Как это будет смотреться, я хрен его знает, может быть, страшно будет смотреться. Ну, такой переходник надо будет, сантиметров на 15, даже кто-то уже 20, да? 20-15 сантиметров переходник. Покрасить его просто-напросто в черный покрасить. И я буду думать, что это Вася, да? Да, алькован, да, алькован у нас, короче, будет, я думаю, что вот до сюда. Короче, мы как обговорили как раз с нашим техосмотром, скорее всего, он будет вот так вот свисать и до стекла. Вот так, примерно вот так будет он выступать. Так что наш техосмотр сказал, это вполне нормально, и он ничего не имеет против этого. Мотор так 2,8 и останется, по ходу дела. Не знаю, посоветуйте, что с ним можно сделать, хотя бы, ну, немножко пару лошадей добавить, чтобы, ну, как бы, груз добавится, он сопротивление ветра добавится, да. Я не хочу там какую-нибудь там супер-пупер какую-то там гоночную машину, нет, это не для этого, но все равно... Все-таки, если 35-й, а может быть даже в задумке 37-й станут колеса, я бы хотел бы, ну, чуть-чуть, хотя бы лошадей 150 иметь, чтобы чуть-чуть это дело прокручивалось. Она как бы на оригинальном патроле хватает, 115, более-менее хватает, да. А тут я вот, ну, немножко боюсь, что чуть маловато будет. Ну и, в принципе, это тоже хватит на крайняк. Мы собираемся путешествовать. Ну, в отпуске ездить, а не с кем-то гоняться. Так, ребята, что у нас будет внутри? Вот тут вот изменено. Почти ничего, наверное. Вот сиденье, да, охеренное. Она, в принципе, когда целая, на нем сидеть нельзя, да? Ребята, ну, кто на патрулах ездил и ездит, тот знает, что это сиденье. Ну, так вот, по деревне покататься, да. А куда-то надалеко, это вообще это убийство на нашем вот езде. То есть, сиденья будут меняться. Меняться будут. Посоветовали мне BMW-овские взять. Семерки какой-нибудь BMW-овские, не знаю. Найдем мы нормальные сиденья BMW-овские. Вот как Аркадий друг предложил с этого, как называется. Аркадий предложил с Ягуара.
сиденья. Кожа немножко светловатая, и именно кожа. Как бы хотелось бы, может, кожу, но тогда, чтобы она была с поддувом, чтобы она продувалась, потому что все-таки далеко ехать тоже, потеть на этой коже тоже не очень хочется. Или все-таки, называется, да, или все-таки Алькатара бы хотелось бы, может, какой-нибудь Audi Q7, вот они мне нравились, у нас были какие-то сиденья. Хотя они даже жесткие были, даже я бы сказал бы с этого, с Туарега лучше, но вот я там Алькатару не видел, да. Вот на Туареге тоже как раз такие барские, да. Единственная как раз проблема с Туарега, вот именно я не знаю, с Бэхи семерки, может быть, и влезут они сюда, а вот с Туарега они по ширине точно не влезут. Это беда. По-любому это выбрасывается, короче, будет, да. Это, короче, она нам уже не нужна, потому что тут будет проход, туда будет. Мы тут только вот рамку сделаем, и будет у нас проход, мы будем как раз туда видеть это. Что там внутри творится. Как люди говорят, будет, короче, сама это, тарелки и кружки будут греметь, и нам будет это мешать. Как бы, ну, вот некоторые говорят, что, типа, лучше сделать пикап, и чтобы была туда стена, чтобы там не слышно, не видно было, что там творится. Но все-таки я хотел бы, да, проход иметь. Как вот, например, останавливаешься где-нибудь в лесу, тут раз тебя медведи окружили, да? Ты раз пошел там, спокойно покушал, да? Покушал, раз выходишь, нифига медведи не уходят. Ну, сел за руль, нахрен, и уехал. Ладно, медведи не будем бояться. Надо бояться людей. Мы вообще никого не боимся. О, видал? Короче, а вот. Что это еще будет делаться, да? Руль останется оригинальный. Ну, конечно, не этот задрот. От другого патрола. У того нормальный вроде бы у патрола руль. И, скорее всего, мы его немножко обошьем кожей. Это еще тоже будет. А, вот, кондиционер. Кондиционера тут нету. На той каросе тоже нету. Для этого мы как раз, чуть ли не для этого мы как раз покупали Тирана. Я не знаю, получится или нет. Два рукожопых поставят туда, это кондиционер. Но я думаю, поставим, потому что в том патруле у нас есть кондиционер. И он работает. И я думаю, что сюда тоже будет без проблем. Потому что Тирана и патрул, они одинаковые машины. Ну, никак не совсем одинаковые, но много что подходит. И я думаю, кондиционер тоже подойдет. Трубки можно будет поменять или удлинить, это без проблем. Уже тут есть шкив на этом для ремня отдельно, для кондиционера. Так что тоже без проблем. Арматура я хочу, чтобы она вот именно патроловская была, не какую-нибудь там не сюда, никакого тут свапа, там какую-нибудь ерунду, там BMW там записан, там Мерса все тоже можно, да. Нет, вот так все будет. Так все и будет, да. Может быть, только, да, побольше кнопочек, потому что, ну, люстры будут везде по кругу. Люстры будет, я думаю, самое тяжелое это будет на этой машине, это будет люстры. Это будет назад, вперед, назад, по бокам будет, я не знаю, 4 штуки везде. Может быть, даже под низом будет, тоже там, чтобы земля освещалась. Вот такие вот пироги. Короче, знаешь, ко мне идея? Давай, знаешь, вот так вот сделаем. Короче, вот так вешаем на стену, короче, листок. И пишем, короче, наши затраты. И просто ради интереса, вот, что будет в конце этот проект все-таки стоить. Будем писать, вот, например, вот эта машина 1200, да? Пока мы ее туда-сюда забрали, ну, примерно, грубо говоря, 1500 потрачено уже. Мотор с коробкой 600 уже потрачено. Получается уже, ну, грубо говоря, 2 уже потрачены. Да? И вот так вот, как все, что мы будем там по eBay выписывать, вот принес в гараж, записал, вот мне там 20 евро. И в конце концов потом посмотрим, на когда уже будет готовый, сколько мы потратили. Это будет интересно. Кстати, спидометр мы уже продали за 80 евреев, потому что он нам нахрен не нужен. И это тут тоже все продаваться будет. Это уже 80 минус. Вот получается, 2 штуки у нас, короче, сейчас потрачено на эту машину. Уже потрачено. Ровно 2 штуки. Нифига себе. Это еще не начали. Еще только дерьмо тут стоит ржавое. Хлам. Реально хлам. Что мы тут купили за эти 2 штуки? Вон коробку. Патруль. Коробку нормальную. С руль купили, да? Вот его, блядь, когда кусать можно. Так что, вот такие планы. Так что спасибо, кто досмотрел до конца. Жду комментариев. Палец вверх. Не забывайте. И всем спасибо, всем, кто у меня постоянные подписчики смотрят. Не забывают палец вверх ставить.
колесики красивые, а? Давай спереди тоже поставим.